Когда это все случилось? Агутин сделал признание о внебрачной дочери. Певец показал наследницу и рассказал об отношениях с ней. Леонид Агутин не может поверить в то, что его старшей дочери сегодня исполнилось 25 лет. Когда это все случилось, когда успела, удивляется он тому, как быстро летит время. Певец оставит для Полины пронзительные послания в сети. Он трогательно признался имениннице в любви и выразил сожаление, что их общение бывает очень редким. Как получилось, что артист почти не участвовал в ее жизни? Сегодня, когда Полина отмечает юбилей, отец поделился в Инстаграме ее редким фото. Агутин написал, что невероятно гордится тем, какой умной, красивой и доброй у него выросла дочь. Он заверил, что их связывает крепкая нить. Однако его, конечно, сильно печалит тот факт, что он так и не начал общаться с ней столько, сколько ему душе хотелось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. Потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда. И очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени, признался Леонид.